вот мины арендовали. Что-то черной руки не вижу. Это секретная база. Займись складами топлива, чтобы никому не было скучно. Так мы заставим черную руку вылезти из норы. А потом я войду прямо в открытую дверь. Внутри мы найдем пульт, с помощью которого Изи сможет полностью управлять базой. Определился победитель. Отлично, Рико. Входная дверь открыта. Давай туда. Иду внутрь. Нужно найти центр управления. Там ты найдешь какой-нибудь способ открыть Изи доступ к передатчику. Штаб, у нас чужак внутри перебит. Подтверждаю контакт с противником. Можно атаковать. Боевой корабль близко. Идем на перехват. Дверь заперта. Продолжай давить. Черной руке когда-нибудь придется открыть эту дверь. Я не могу прицелиться. Осторожно, окружение. Только попробуй. Враг рядом. Пойдет. Попробуй. Какой-то исследовательский центр. Центр управления должен быть в следующем помещении. Центр управления? Хорошо, найди пульт, чтобы Изи прошла внутрь через главный передатчик. Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Твоим услугам, Изи. Спасибо. Воспользуйся.
Воспользуйся лифтом и поднимись на поверхность, Рико. Посторонний получил доступ к главному передатчику. Нужно прервать сеанс связи любой ценой. Они пытаются меня остановить. Никто тебя не остановит, Изи. Я этого не допущу. Противник в районе действий. Подтверждаю контакт с противником. Можно атаковать. В контакт не вступать. Всем отрядам сохранять бдительность. Солдаты, Рико. Сделано. К тебе приближаются парашютисты, Рико. Готово. Вся база под моим контролем. И даже карьерное оборудование. Ха-ха! Изи, ты лучше всех. Я знаю, дружище. Знаю. Пока, крошка. К району действия идет вертолет. Внимание! Цель использовать вертолет! Принято. Противник на вертолете.
Подкрепление отправлено. Контакта с противником. Перегруппироваться.